И всем привет, с вами Кратко, сегодня мы продолжим играть в игру под названием Спором. Соответственно, наливаем чайок, сажимся поудобнее, сегодня у нас будет продолжение нашего вот этого вот клеточного, существенного, атмосферного контента. Собственно, в прошлой серии мы остались на моменте, где мы с собой прокачали свое существо до стадии третьего мозга. Четвертый уже будет финальный, и четвертый это уже будет, как бы, как тебе сказать, это уже будет племя. Точнее, новый этап племени. Также мы с тобой нашли этого отшельника, прокачали вместе с ним, теперь, короче, бегаем. Я предлагаю в этой серии с тобой взять, найти еще отшельника и стать вообще убер вафлей. Также нужно прокачать наше существо и там подобное. Собственно, сегодня уже должны будем перейти на этап племя. Вот. Так что, как обычно, переходи под атласом, справляйся. В углу смотри прошлую серию и как бы... Само продолжаем. Слушай, а может вот этого вожака еще взять? Ну-ка, давай-ка, чувак. Ой, я же забыл, что тут неудобно это все происходит. Нет, мы вроде как выигрываем. Блин, как же громко исчез. Слушай, ты только не будешь кокетствовать козлина. Я, конечно, все равно тебя выигрываю, но... Вот это вот уже получше. Так, хорошо, у нас с собой есть еще один пацанёнок. Где у нас, как я понял, злыдни. Задавало, примите в команду трех существ из разных видов. Ачивочка, замечательно. Так, и в первую очередь я, знаешь, что делаю? Настройки звука и общая громкость вот где-то вот такую, наверное. Потому что как по-другому-то. Я надеюсь, что у тебя ничего не сломалось, потому что, опять же, записывай это как-то через жопу. И... А вот это, кстати, интересно. А мне нужны другие пацаны, которые могут дать мне полет. Поэтому давай-ка на самом деле с вами пацанами сейчас договоримся. Может, они мне сейчас выйдут. Так, здорово, вожак. Так, вы, я как понял, танцор, нифига. Ну, хорошо. Нас до хрена, и вот мы очень легко их выигрываем. Хотя у них точно такие же, кстати, эти... ноги, как и у нас. Так что, в принципе, неудивительно то, что мы выигрываем. Нас-то больше. Так, нет, нам дали только ноги. Может быть, потом выйдут и что-нибудь еще. Так, ты никуда не улетай, иди на месте стой. Мне потому что нужны нормальные крылья, а не вот, вот эта вся херня мухобойская. Так, вас решил тут побольше стать. Ну и ладно, хрен бы с вами. Я слушаю, у них, по-моему, не такие ноги. Или такие. Так, хорошо, бой с вами договорились. Красиво, замечательно. Скорость. Это не то, что нам надо. Нам нужны крылья. Пацаны, макаки гребаные летающие. Я вас только сюда это зазывать начал, то что это. Мне потому что крылья нужны. Я серьезно заявляю. Мне нужны крылья. Не вот это вот вся ваша херня. Может, их надо было завалить просто. Крылья дадить? Вам не серьезно крылья не дали? Козлы. Такие же, блин. Так, но мы уже адаптировались с тобой. И, в принципе, практически дошли до середины. Мы можем кого-то, если что, убить. А то постоянно со всеми дружить, это как-то скучно, неинтересно. Не прикольно. Вот. Так, ну и что мы тут? У нас остается крыльев нам, как я понял, не прибавилось. И щупалка какая-то. А вот, кстати, полет. Пархалки. Но это у бабочки. Ладно, ну куда лучше, чем то, что у нас сейчас есть с тобой. В принципе, есть несколько сейчас вариантов. Или мы продолжаем с тобой сейчас вот ходить, бродить и открывать всякое разное говно, попутно искать отшельника. Потому что с отшельником надо договориться. Тут где-то, кстати, был отшельник. Тут херня злая вообще. Замечательно. В принципе, мы можем кого-то разнести, если вот прям захотим. Но я, если честно, вот, ну, как-то не особо рвусь. А, и также у нас с тобой возникли проблемы. Первая проблема в том, что, как я понял, мы не можем открыть сиянок, потому что мы изначально являемся только хищниками. Вот. А то, что мы можем есть сейчас фрукты, это, скорее всего, из-за того, что у нас есть дополнительный рот.
сзади. Это вот эта вот херня, которая... А что, темно, что ли? Это дождь. Люля. Так, на чем я там остановился? Короче, я не могу взять себе всеядных... Вещи всеядных. Блин, да вы еще злые. Да как же вы мне все дороги, честное слово. Так, тут есть что-нибудь интересное? Мне потому что нужно исключительно. А ты еще не прыгаешь? Козлина. И кто там, наверное, упал? Еще один какой-то. Блин, идите в сраку. Вы все злые какие, а? Я что же могу быть злым? Я сейчас вас могу разнести всех. Вот прям каждого вот... Салют, кстати, а что ты ко мне добрый? Слушай, вы забодали. Короче, давай закусаем. Так, моего пацана этого убивают, да? И моего пацана еще загрызли. Может их разнести, я не знаю, что такие раздражительные. Ну ладно, погибнем своего пацана. Блин, придется другого кого-то найти. Теперь уже не факт, что мы выиграем. Бэй. Вы все раздражать-то меня начали одновременно. Я сейчас на самом деле тут просто бегаю и хочу еды себе накормить. Не, вот с вами я точно дружить не буду, вы мне нахрен не сдались. Ты есть кто вообще? Ракушка. Здрасте. Если я тебя в руку возьму, что-нибудь будет? Не? Ничего не будет. Ладно, будем с ракушкой бегать. Короче, на самом деле, я бы сказал бы сейчас магии монтажа. Потому что мне надо это. А мы можем отдать, и, видимо, за это что-то нам будет. Короче, давай знаешь, что я буду делать сейчас? Я буду идти собирать всякое разное говно. Ой, да конечно. Только давай ты не будешь забирать моего пацана. Гребаные напришелились. Я смотри, вроде как все нормально. Только не забирай моего отшельника. Он в любом случае заберет, если захочет. Поэтому даже смысла убегать от него нет. Бай. Может его ракушку кинуть? Сразу припухнет и как бы все. Я смотри, нормально. Хотя мой вот этот вот отшельник очканул немного. Короче, ладно, фиг бы с ним. Меня он вроде бы не заберет. Хотя на самом деле, если честно, помню такой момент, когда это... Когда меня вроде забирал вот эта херня. Но она просто, как, она забирает, наносит урон и как бы потом отпускает. Если я не ошибаюсь. Или мне тогда показалось. Раньше как-то у меня, правда, я тогда на пиратке играл. Может, это типа пиратка с модом каким-то была, таким вот иллюзивно кекном. Ой, Бонг, от меня не отстают, ты иди в сраку, иди забери вот этих вот кроликов непонятных. Вот лучше их забирай. Если я пионерск, так где моя ракушка? Не забирайте мою ракушку, иначе я вам это... Вас придется всех изничтожить. Короче, ладно, магия монтажа. Если что-то с этим чайным пришелецем произойдет прикольно, я тебе это покажу. В общем, я нашел отшельника. Как ты видишь. И мы его очень легко довольно-таки затанцевали. Только перед этим я в него случайно кинул этой... ракушки. Потому что у меня, видимо, атака была. Так, ну и все. У нас с тобой есть еще один отшельник. Сейчас он должен появиться. А, нет, он еще не появится. Так, отшельник, давай сразу. Да, и как видишь, у нас почему-то танцы очень имбовые. То есть буквально мы спокойно можем это... Затанцевать любого. Значит, хорошие ноги. Блин, значит, нравится. А вот с ртом у нас проблемы. Ну и ладно. Так, ракушка почему-то начала это воевать. Так, у нас с тобой есть два отшельника. Это даже хорошо. Слушай, действительно. Я даже сказал, что замечательно. Собственно, интересный момент я тебе показал. Я буквально тут ушел недалеко. Если что, вот эта вот инопришелельная тарелка, она просто летала, летала, никого нифига не забрала и улетела. Все. Как бы так оно и было. Мой. В общем, снова магия монтажа. Иду снова со всей этой херней разбираться. Может быть, еще одного отшельника найду, и у меня будет целых три отшельника. Господи, это же имба. Это же никак не контрится.
В общем-то, я нашел последнего этого отшельника, и его тут гасят. Собственно, они мне тоже немножечко поднастрали, вот эти вот козлы. Поэтому давай их все-таки завалим. И сейчас поможем нашему отшельнику. Так только отшельник сейчас, надеюсь, не подохнет. А то очень активно он это делает. Да к тому же активно я подыхаю. Так, отшельник, ты только живи. Ты серьезно, только живи. А вы, пацаны, валите их. Все, и наконец-то засали. Их же твари. Ты серьезно, смотри, чуть отшельника нашего не завалили. Отшельник, иди сюда. Я надеюсь, на меня кто-то сейчас не нападет. Вот. И это последний, получается, третий наш отшельник. Целая мать. Ты посмотри, какие мы твари. Посмотри, как двуликие твари. Просто берет, короче, и собирает себе это. Да бегище опасных. Тихо. Вот как раз вот по поводу этого. Танцы у нас все замечательно. Вот, мы с тобой прокачались. Все, у нас теперь третий мозг. Мы с тобой молодцы. И буквально можем переходить на этап племя. Только перед этим всем весельем я бы хотел бы сейчас прокачаться. Поздравляем существо, еще на один шаг приблизилось к обретению разума. Скоро оно сможет перейти на этап племя. Ну, точнее, оно уже может перейти. Так, переходим на этап племя. Это, собственно, ничего тут вверх интересного нету. Так, у нас теперь 104 кпшки. Нам нужно просто отсюда забрать все вот их. Ты вот только напади, козлина. Только напади. Ну, я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал, козлина. Так, все. Мы с ними со всеми разобрались. Так сказать, отомстили. Подожди, а где мой? А что в смысле? Подожди, я что-то не выкупил или где? Я, похоже, серьезно что-то не выкупил. А где мой... это отшельник? Может, их полностью всех завалить? Куда мой отшельник делся? Я ж только что с ним добазарился. Но он подохнуть точно не мог. Блин, видимо, опять это очередной баг игры. Ну, типа, ты прокачал себе голову, молодец, красавец. Отшельник мы тебе за это не дадим. Обидно ведь, между прочим. Так, хорошо, ты на нас вроде как не наезжаешь. Поэтому мы тебя, наверное, оставим. Ну, в живых, я имею в виду. А может быть, и убьем. Это я еще пока не знаю, потому что я еще пока это... не уверен, обиделся я на вашу это... блин, за то, что у меня отшельника отобрали. Блин, а искать другого отшельника не очень сильно хочется. Может, он тут еще где-то рядом будет. Может, тебе все-таки загасить. Так, короче, ладно. Ты у нас отшельника отобрал. Мы тебя загасим. Где мой отшельник? Я только хотел сказать то, что все, нашел последнего отшельника, идем это... и уходим мы с собой отсюда. Идем дальше на это племя. Так там, смотрите, отшельника больше нет. Ладно, иду искать этого отшельника. В общем-то, после этого, если найду, то сразу же тебе покажу, как я там уже собирал. Хотя ладно, я, короче, все, баги в этаже. Сейчас я тебе покажу просто, как я соберу тебе уже персонаж по-нормальному.
И, в общем-то, усё. Я, если что, добыл себе ещё одного этого отшельника. И, как бы, всё. Да. Я всё закончил, я сделал полностью нашего вот этого персонажа. Он, опять же, название у него будет тот же самый Логрим. Хоть мне и предлагал уже монтажёр, на самом деле, другое название, как там, Саша и Паша. Но, да, всё, нету той больше двуликого жупинди. Почему нету? Да потому что мне на это не хватает денег. Не хватает. У меня, во-первых, полностью индикатор сложности полностью забит. И мне нечего выкидывать. То есть, деньги-то вон, у меня 23 этих запаса есть. Так я их-то не могу поставить. Потому что очень много фрагментов. Я даже не могу больше тебе сказать. Я тебе даже больше скажу, я не могу прокачать дальше вот этого пацана. Нет, ну конечно, можно сказать, что он перегруженный, всякое разное говно. И, то есть, допустим, вот зачем ему такие луки, зачем вот эта вот херня, зачем вот эта херня. Можно было бы, типа, выкинуть и сделать двуликого, но зачем? Он, в принципе, мне вполне себе нравится. Может и перегруженный, но выглядит интересно, выглядит прикольно. С глазами другими я не нашел больше никаких прикольных, к сожалению. Так что как-то так. Либо делать вот тут глаза, но они выглядят странно, а вот так это хотя бы, ну, хоть что-то из этого. Далее я думал, делать ли мне, опять же, двуногого. Но понимаешь, в чем проблема? Проблема исключительно в том, что не хватает, ну не хватает мне ни на что. Допустим, я бы хотел бы сделать, хотя, в принципе, не, меня все, в принципе, устраивает. Исчез. И сейчас меня все в принципе устраивает. Вот. Можно так его и оставить. А чё бы и нет, красота, да и только. А теперь только остается, как сделать из него это красавц. Это конкретно его внешний вид, а конкретно эти текстуры, окраска, называй как хочешь. Вот. Ну и выглядит он таким зеленым. Как по мне, зеленый здесь больше и лучше, чем, допустим, тот же красный, либо бордовый. Хотя, вот это еще не смотрел. Ну... Я, ну, конечно, прикольнее что-то в этом даже есть, но... Зеленый как-то поприятнее. Я еще особо сильно не запаривался и особо сильно не смотрел. Это тоже вполне себе интересно, вполне себе прикольно. Но с его лицом это не смотрится. То есть лицо, ну, у него странное. Хотя... Хотя, я не знаю, честное слово. А краска, блин, она вся прикольная какая-то. Да, блин, ну это как это? Как вот это вот все по-нормальному что-то из этого делал? Да посмотри, все же красиво выглядит, ну вот кроме вот этого. Вот это как это херня странная. Да, мне не нравится. А если такое, какая-то бежево-розовая. Ну, вот это тоже теперь такая еще. Короче... А мы зеленый. Ну, покажи еще раз, и я уж точно определюсь. Кстати, рот я ему все-таки не убрал, потому что у меня нету всеядного рта, точнее, травоядного. А, он хоть как-то должен чем-то питаться, кроме... мяса, а то как-то несправедливо будет. Это как это? Мой персонаж не будет жрать гребаный салатик, ну ты угораешь, что ли? Не, он обязан, он и то, и другой будет жрать. И все вместе взятый. Ну вот он зеленый, он выглядит и сзади, и вот все его тело прикольно, в принципе, выглядит. И спереди довольно-таки интересно. Хотя есть еще вот это. И вот это тоже мне как бы отдельно понравилось. Хотя. Короче, ладно. Сделаем ему зеленый. Я сейчас не понимаю, какой будет лучше ему подходит. В любом случае, потом на него всякая одежда будет напяливаться и всякая другая херня. Поэтому этот зеленый он у него выходит вообще из клея. Так что ладно. Я сохраню этот вариант. Пашка или Сашка больше тут нету. Извиняй, борода. Игра не позволяет сделать то, что вот прям вот хотите вы и хочу я. И чтобы это все было замечательно, а не просто какая-то херня. Я даже вон крылья не смог ему нормально повесить. Пришлось драконии какие-то ставить. А там были какие-то эти. А, это все. Это... Сейчас будет обратное путешествие. Сейчас, короче, будет этап племя.
А, кстати, все те, кто пьют чаек, либо же едят, приятного чаепития и приятного аппетита. Так, а можно мне скипануть? Так, заодно проверим, появится ли мой третий... Санёнок. Пока их тут... А, нет, вот три. Грёбаный светофор, ну почти. Есть синий... Ой, причём тут синий? Это в Японии не синий. Ну ладно, есть красный. Зеленый, вот он тут немного. И нечто фиолетовое. Ладно, надо желтый. Вон у меня зеленый, вон он красный. И должен быть еще где-то желтый. Короче, мини-карта. Ну, ты как видишь, вот они бы, пацаны. То есть, вот он отшельник, вот отшельник, и вот отшельник. Неубиваемая сранча. Почему-то сранча. Срань, наверное. Ну, не суть. Собственно, надо свалить отсюда. Там они, конечно, сражаются со всеми друг другом. Но нам по барабану. Мы бегаем. Да, и теперь нам в глаза никто не смотрит, когда мы вот так вот ходим с тобой. А в принципе, дальше-то уже это будет не обязательно и от слова совсем не нужно. А можешь, пожалуйста, дебил тут не застревать? Ну вот прям прошу тебя. Так, еще одна срань злая. Мне уже по барабану. Слушай, вот мои вот как бы крылья. Они вроде как должны быть круче, лучше. Хотя, да, вот я уже почаще могу летать. Что, ладно. В принципе, пусть отставится. Так, вы, пацаны, все вроде как на меня не жалуетесь. Да, короче, я сейчас добегу до них. Бэй. Это прям около этой херни осталось. Блин, а сколько тут еды-то? Правда, она мне не нужна уже. Так, я вас сразу, пацаны, отсюда выгоняю. Неси. Так, это еще один отшельник? Да, это еще один отшельник. О, да, беса, извиняй, нету. Так что придется тебе как-то там остаться. Так, вот у нас еще один дом. Это новый дом или старый? Или еще какой-то? Походу новый. Кстати, у меня 135 хп. Дальше это как. Да, и хпшку я себе тоже не смог повесить. То есть я все равно хуже, чем вот эти вот козлы. Здорово, пацаны. Выкидываем нахрен это гребаное непонятное яйцо и радуемся. Замечательно. Живем еще рядом с какой-то херью непонятной страшной. Зато выбрали этот. Чу. Так, мы заняли гнездо, это все красиво, весело. Еще бы оттуда бы исчез. А я не уверен, мне вот это вот. Может еще что-нибудь собрать? Может попробовать. Если не сможем, то как бы и ладно. Да, вон только что заспанился, блин. Так, ладно. Окей. Мы идеально адаптировались. Эволюционисты, завершите этап существа. Да, адаптация прям идеальная. Могли кого-нибудь еще бы убить, но... Я сейчас на самом деле, по сути, вот все, вот этот вот режим мы со всеми дружили. Никого не убивали. Чтобы у нас просто осталась адаптация. Адаптация свои, кстати, преимущества дает. То есть, укротитель, племени, адаптация бомбы безумия, дух скорость. Как-то так. Так, хорошо, в принципе, окей, я готов. И мы сразу сюда переходим. Здесь у меня удар 4, здесь удар 3, здоровье 3. Здесь же 4. Так что, в принципе, усё. Мы снова до сюда с тобой дошли. Вот они, крылья. Повесить я их никак не могу. Хотя, подожди. Я не могу. Прям вообще не могу. Не хватает. Прям, причем совсем немножечко не хватает. Так, а вот да когда сейчас будешь летать, у тебя как крылья нормально будут выглядеть? Ну, получше. Да и, в принципе, усё. Кстати, а можно еще ему эту поставить? Так, подожди, дволика мы можем возродить? Я не могу. А всякую другую херню можем повесить. Замечательно. Так, кокетство. У нас оно с тобой куда-то делось. А сколько будет хп? Вот так вот 108. А нисколько. Ну хотя бы хоть какое-то кокетство будет. Хоть что-то. Ладно. Короче, логер у меня остается, будет у него вот такая вот херовина.
Или может ее вообще убрать? Смысла от нее никакой. Хотя кокетство дает. Причем второго уровня. Ну тогда с такой же... Можно взять какую-то другую херню. Бэй. Ему притащить. Для кокетства. А можешь, пожалуйста, вот сюда? Ну, господи. Попади еще в это. Тихо. Во. Красота, да и только. Можем, конечно, ее куда-нибудь вот сюда еще повесить. Вот так вот ее перевернуть. Во. И типа представь, что тут, короче, глаза. Напоминание о нашем старом этом. Как его... Двуликом. И заодно кокетство дает. Только она, по-моему, не дает ни хрена, да? Да, не дает кокетство. Короче, ладно. Вот такую штучку повесим. Можешь, пожалуйста, вот сюда вот сфокусироваться. Во. Ну, я, короче, не знаю. Я, короче, не знаю. Хотелось бы что-нибудь другое сюда повесить, но я не могу. Опять же, вон, все, ничего больше нет. Короче, ладно, логрил, сохраните, выйдь. Идем дальше. А то... Может, сколько там с тобой времени-то, блин, просрали на всю эту херню. Ну-ка, подожди. 12 минут. А я потому что таймер не поставил. Замечательно. Ладно, давай. С маленькими ручками такими. Красота, да и только. Так, поздравляю, вы перешли на этап племя. Спасибо. Ну еще. Ну такая вот маленькая засадочка была. Переходим на этап племя. Потом будет цивилизация, а потом будет этап космос. У меня есть что, ДЛС, космические эти приключения. Но приключаться я там, наверное, не буду. Вообще, на самом деле, не знаю. Тут, по-моему, финала никакого нету такого. Кого? Есть только кого-то там где-то победить, но... Я не планирую долго эту игру играть, скорее всего дойдем до этапа космос, что-то там поделаем. И потом в какой-то промежуток времени я, наверное, закончу. Опять же, все зависит от вас, от ваших лайков, комментариев и тому подобное. Так, ваши почеты научи... А, ваши подопечные научились высекать огонь, мастерить инструменты и возводить примитивные постройки. Но вскоре на планете начнут появляться другие племена. Ваши будущие соперники, будьте бдительны. Окей. Так, вы создали племя. Теперь в вашем распоряжении племя из трех существ. Вы можете давать указания отдельным особям или группе. Чтобы развиваться, нужно общаться. Ну или сражаться с другими племенами. Давайте посмотрим на индикатор развития. Это индикатор развития. Заключайте союзы с другими племенами, подчиняйте их индикаторы, будет выполняться. Ну это мы уже все, в принципе, знаем, задание. Так, вот это, кстати, интересно. Выполнить задание, чтобы освоить азы племенной жизни. Итак, первый шаг — выбор снаряжения для существ. Щелкните на жилище.
У меня только один вопрос. Сколько из моих... А, только двое. А где мой пацан? Так, блиню племя. Щелкни на... Чтобы открыть племя. Снаряжение тоже. А, это мое снаряжение. Ки-ки, я тебя понял. Дай щелкну только. Вы. Так, а теперь сюда переходим. Вон, кто там боялся за Двуликова? Вот вам Двулики. Том будет им достичь. Так, хорошо. Уровень один. Обе такую 50 штуки. Ладно, давай тогда снова в магии монтажа, еще это все тоже по-быстрому сделаю и тебе все покажу. Ну, в общем-то, усю. Да. Я совсем закончил. Вот как теперь это все выглядит. Вот такая вот странина. Конкретно в моем зеленом вот этом исполнении. Вот как наш главный персонаж серии Логрия поселенец выглядит. Так, хорошо, с Логрия поселенца мы, в принципе, разобрались. Вот он так будет перемещаться. У него, типа, есть, опять же, напоминание о двуликости. Оно вот тут вот находится. Вот, и далее защита, всякая разная другая херня, которая нам нужна. То есть, допустим, сбор пищи у нас троечка, двоечка общения, корочка, скорость пятерка. А вот что-то, кстати, оружие у нас все по херне идет. Зато... Два сбора пищи? Нет, на здоровье. Нам нужно, на самом деле, что-то с атакой делать. Но у нас не хватает. Где здесь, блин? Я просто не хочу вот эту штучку убирать, она очень прикольно выглядит на нем. Ладно, можно каску убрать. И мне нужно тогда получать оружие на тройку. Это оружие единица, оружие двойка. Так, а ты что у меня делаешь? Я просто, у меня общение. Как понял, у меня больше общения никакого нет. Ну, посмотрим. Так, а есть... Оружие двойка или тройка, или какая-нибудь другая оружие. А что, в смысле, оружия нет, что ли? Нормально. Только ты? Да подожди, тут было оружие двойка, это вот ты. Серьезно, что ли? Ладно, хорошо, двулики у нас идет немножечко в другое место. Двулики перекочевал, а теперь он будет таким. Так, еще и что дальше-то? Общение нам делать вообще или как? Сбор пищи 3. Общение 3. Ну, все остальное, в принципе, у нас и без этого хорошо. Давай какую-нибудь вот такую херню повесим. Скажем, это мы вот так вот общаться будем. Во. Так, только дай-ка мне тебя по-нормальному повесить. Ой, короче, иди ты в сраку, дай нормально повесь. Повесь. Во. Ну так вот уже получше. Короче, ладно, все, с этим закончили, это уж точно, давай дальше. Извиняюсь, уж борода тут, надо все это обустраивать. Меня вон попросили в комментах, чтобы я это все сам делал, а не откуда-то тырил. Где я мог давным-давно уже стырить какую-нибудь веселух
с источником Споропедии, или как она там называется. Так, хорошо. Мы с вами закончили. Но пока мы все равно тебя построить не можем, соответственно, его отчувствуешь. Ты просто еды стоишь. Ой, ладно. Будет сегодня просто. Управление камерой на этой плен. Вы можете перемещать камеру. Это мы все знаем. Иди, команда позволит изменять масштаб и вращать камеру. Хорошо, щелкните на пентаграмме хижины на мини-карте, чтобы центрировать камеру на племени. Так куда еще раз? Ну, кстати, смотри, как у меня мышка в итоге тут работает, да? Вот смотри, вот кликаю, допустим, ровно на племя. Трынк. И смотри, насколько далеко у меня эта мышка отходит. То есть мне, получается, нужно вот сюда тыкнуть, чтобы его ровно на этот, на племя дойти. Щелкните, что это, правая кнопка. На портрете существа, правый нижний экран, но опять же, мне это будет очень неудобно. Так, щелкните рядом с ним и перебесить курсор. А, ну, в принципе, окей. А вот мои пацаны. Ну вот они, мои пацанята. О, твари красавцы стоят. Вот они. Питомец, питомец. И все дают 250 у них жизни. У каждого из этих. Это с учетом того, что у меня 160, между прочим. У них побольше. Бэй. Так, я же уже выбрал несколько. А можно, пожалуйста, типа закончить с этим? Ну вот, ну на, вот, на, что я неправильно делаю? Для выбора нескольких представителей племени щелкните рядом с ними и переместите курсор, чтобы существа оказались внутри рамки. А, ты вот этот хочешь? Ни хрена себе вы огромные. А вы есть кто вообще? А чего вы такие огромные? А чё, вы реально такие огромные-то? Так, сначала соберите фрукты или... Или-то пойдите охотиться. Так, а можно, пожалуйста, пойти охотиться? Так, укоротитель, ловушки. А мои вот эти вот пацаны пойдут или как? Ну, в принципе, у меня хп дофига, и он должен справиться. Так что, в принципе, все должно быть нормально. Еду мы вроде как можем и ту, и другую, и третью, и десятую есть. Так, здесь мы закончили. А почему вы не нападаете-то? Вот один напал. Как бы молодец. Короче, ладно, они потихонечку переносят еду. И поможем уже в первую же очередь пойти и начать строить что-то. Здесь пока никаких других племен нету, что меня нескончаемо сильно радует. Так что, в принципе, можно пока поднакопить еду. А потом пойти и взять ее и построить себе, допустим, дурки какие-нибудь, которые будут тебя хвалить. Ну и там подобное. Собственно, тут вот в этом весь прикол заключается. Ой, кстати, подожди, добывай дитё. Я уж совсем про это забыл. Давай побольше сделаем себе детёныш. Мне еще такого надо. Какой счастье, Зикс. Вы вот как раз таки новые пацаны идут. Ну они прям совсем какие-то пумсичи. Единственное, что у них есть, это крылья. А все остальное это херня шпотная. Вообще не знаю, как вы тут выжили это в этом непонятном мире. Вождь племени, вождь это главный, это глава племени. Сражайтесь с племенем, может, без вождя, а вот мирного общения с другими племенами без него не получится. Короче, только через вождя можно все это делать. Но мы и не хотим, как бы, мира никакого. Нам это не интересно. Так, давай дудочки и копья. Копья заранее сделаем. Пусть они будут. И я могу их как-то модернизировать. Нельзя. Видимо, на этапе племени это нельзя вообще в принципе делать. Да. Ну и хорошо. Мы с собой будем исключительно нападать. Хотя...
Так, трудолюбие. Трудолюбивые племена действуют по ситуации. Сегодня они ваши союзники, а завтра злейшие враги. Будьте начеку. Позволяет быстрее перекупить город, снижать цену на все инструменты колонизации. Чтобы облегчать захват города, снижать цену на все виды оружия. На тоску. Ну, собственно, я, наверное, буду до этапа цивилизации просто всех валить там, что это гораздо легче, гораздо интереснее и там подобное. Так, в принципе... Пацаны, давайте вы будете все-таки нападать. Ну, или добывать, я даже там не знаю. Кстати, то, что мы около воды, это прям даже хорошо. К нам идут? Вы... У них есть... Они пока нейтральны. Пока они нейтральны, меня, в принципе, это устраивает. Так, пацаны, а вы там можете? Так, один уже есть. На самом деле, знаете что? Возьмите и убейте вот этого чувачка. Да и в сраку, короче. Замечены другие животные, пища, припасы в опасности. Кто? Где я? Он хотел у нас еду стырить или что? Припух или что? Или где? Так, хорошо, а теперь просто берите и все вот это вот собирайте. Так, я, собственно, думаю, что вот ты, чувачок, у нас здесь останешься. Мы сделаем еще одного себя подселенца. Надо бы всем выдать копья. Пусть они как бы будут. Так, пацаны, забирайте копья. А потом я вас потихонечку отправлю на сбор пищи. В принципе, на этом моменте можно пойти и заколоть. Вы все взяли копии? Так, пацаны, не урчите, вы копья будете брать или где? Странно, все ухнуло. Так, хорошо, хотя бы еду относить. Кстати, корову здрасте. Бубу вожак. Ну, я вас до этого не видел. Так, брызговик, это я вас видел. Подожди, а вот вас, вот укротитель, я как вами могу пользоваться-то? Могу вообще или как? Походу, обычные дети, они пока просто херню страдают. Да? Да. Да, нет, вот уже ребенок стал не ребенок. Так, хорошо, ты забирай сразу копье. Ты у нас без копья, ты еще без копья. Тоже иди за копьем. Так, ты у нас еще без копья. И что, и скидывай все? Так, 45 еды. В принципе, этого больше, чем достаточно. Но ради принципа можем собрать еще побольше еды. Че бы и нет, это все равно они что там сделают. Да-да, как обычно. Вот. Их пока тут мало, они вообще ни хрена ничего не делают. Еды у нас тут, у них тут не особо много. Собственно, игра как бы просто нам дает время. А это время можно спокойно с пользой сейчас провести. Также мне, ой, как интересно. А, вот тут новые появились. Все-таки выжили. Ну, интересно. Вот, я могу вами как-то манипулировать, что-то вами, с вами делать. Вопрос очень актуален. Потому что, по идее, должен. Да и да, у меня уже 61 штука. В принципе, меня все устраивает. Ладно, укротитель. Что произошло? А, он просто берет всех остальных животных. Призывает ко мне. А вы что делаете? Ну, короче, ладно. Бэй. Слушай, а он сейчас придет к тебе же. Их тут двое. Че, припухли, что ли?
Это что за херня такая? А если он сейчас на меня нападет, что мне делать? Я же их вряд ли убью. Вот это неожиданная подмога, блин. Я как бы этих уже могу завалить, спокойно причем. Короче, давайте вы все просто возьмете и еду сюда перекиньте. Так, я, получается, просто всем еду выдал? Или как, или где? А, да, они сейчас, по идее, должны ее отнести. По идее. Да, они друг друга завалили еще. Во, красавцы. Так, короче, отнеси, пожалуйста, всю еду. Хватит тупить. Господи, да хватит. Блин, я такого вот раньше не видел, чтобы они вот прям так активно тупили. Давай, давай, да. Ну ты что с ними так? Почему они друг друга валят-то, я не пойму. Во, и все, там уже появились другие поселения. Так, одни из них не очень ко мне радужные. Короче, в сраку, серьезно. Идемте их валить. Обычные эти громадные монстры чуть не нападают на чужие племена. Ты ко мне более... Блин, надо тогда этих быстрее валить. Ну, полудурок все равно бежит со своей вот этой едой. Ну, а что я могу поделать? Ну, игра не хочет нормально слушаться. Вот они помахали руками. И дальше. Надо, наверное, вождя убить. Пока мы его не сгасим. А, пацаны, атаковать будете ли вы только со стороны? Или потому что у вас копья? А возможно, копья не только вблизи, а только вдали могут что-либо делать. Так, острачки, крючки. Всякая разная другая херня. Это полудурок тут бегает. Ну, я надеюсь, что ты теперь не нападешь. Слушай, по вракам его больно бьют. Вожак, вожак, алё, беги. Ну, как бы ладно. Пока там вожак херней страдает, откровеннейший просто. Смотри, вообще херню и откровенно. Вот что ты делаешь? Смотри, вот на этих напал. Красота. Они его так достаточно сильно это загнобили. Это бирюзовые. А бирюзовые ко мне тоже не. А чего вы все меня не любите это? Ну как бы ладно. Так, получается, вот они бирюзовые. Их тут гораздо поменьше. Их тут 4 из 9. Вас сколько? Вас 9 из 9. Так, одну мы загадушили. Красота, да и только. Это просто, что нам нужно еще двух это. Кем-то нормальную контакт наладить. В принципе, на этом моменте, интересно, можно закончить. То есть, вот он, этап племени, он будет довольно быстрый, потому что тут, по сути, ничего не происходит нового. Ну, если уж по факту. Мои вот эти чуваки тут стоят на месте. Ну, надеюсь, что они хотя бы хоть как-то защищают нашу племя. Не знаю. Потому что они просто стоят, и я не знаю, как ими управлять. По-моему, раньше ими их можно было на охоту брать. Но что-то как-то не особо. Так, хорошо. Пацаны, вы все... Тут еще они более злые. Чего тебя все так не любят-то? Я даже еще не начинал это с кем-то воевать. Падение чужого племя. И они все к нам бегут? Пацаны, я даже не успел еще выхилиться. Ладно, давай тогда пойдем похилимся. А хилиться тут, по-моему, только нужной едой. Давай хотя бы себе сделаем немножечко побольше нитей, чтобы у нас побольше было всякого разного говна. Пойдем на этих дебилов нападать. Вот,
57. Да, что-то как-то пришли и не забили мы это. Так, еще одного ребенка. Идем вот сюда. Подружиться с соседними чуваками. Короче, мы еще убили абсолютно ненужных пацанов. Ладно, хотя бы у нас вот эта штучка будет. Так, хорошо, теперь мы можем еду брать буквально из моря, из воды. Так, а ты можешь убежать отсюда? Можешь убежать? Ну, не может, как обычно, че ему убегать? На самом деле, какие-то они у меня припухлые. Со слов. Ну а побольше себе тогда и этих яиц сделать. Виск-то. Еще одно нападение. А хер ли вы меня неожиданно начали всех гнать? Пацаны, помогите своему, ну еще вы угораете, кстати, на месте. Роза, меня все решили напасть или как? Вообще припухли. Ты посмотри на это. Вообще все на меня напали. Я, между прочим, это нейтрален. Ну, как бы ладно. Это вот уже. А где все мои это племя-то? Неужели оно уже сюда перешло? Бэ! Племя, пожалуйста, иди сюда. Вот сюда, общий сбор. Я даже не понимаю, где вы там с кем воюете. Вы неужели вообще до них дошли? А, вы дошли аж до суда. И на вас напал гребаный большой вот этот кролик. И он при этом этих не валит. Что вы какие-то все бесполезные, если честно. Ладно, собирайте еще вины. В общем, ладно. Вот такая вот веселуха. Вот такое вот это племя. В следующий раз оставим сюда это. В следующий раз, точнее, продолжим, будем других валить. Нам на самом деле нужно забрать исключительную херню, которую может поджигать, а это вот они, факелы. И все. На факелы нужны, чтобы быстрее гораздо валить всех. Так, здесь у нас топоры, трубы. Нахрена вам это все? Я не понимаю, меня все нападают. Все, короче, ко мне это исключительно враждебно. Почему вообще без понятия? Со всех племен нападают, прям херачат. Вот тут что происходит? Кого? Типа, до этого такого не должно происходить, говна, я тебе серьезно заявляю. Но почему-то происходит. Почему-то вот они решили все на меня напасть. Хотя я им ничего не сделал. Надо, чтобы быстрее всех их загнобить. Еще и две атаки нужно отбить. У меня уже еды не хватает, ты прикинь. Реально, еды уже не хватает. Как ничего с этой едой делать? У меня сейчас же вот эта еще херня напала. Игра, ты, пожалуйста, можешь херней не страдать откровенно? Я все, конечно, понимаю, это весело. О, типа, вообще не смешно. Ты просто заберешь и на меня всех нападаешь, что ли? Точнее, всех и натравливаешь. Я хоть мощный и могу спокойно и от всех отбиться, но... Я все равно нечестный. Хотя одного, видимо, мы убили. О, проснулся, спасибо, чувак. Мы как раз не должны были меня, типа, защищать, но вы там спали. Ой, какая же срань нечестная. Получше страна. Так, пацаны, идите хотя бы, я не знаю, возьмите себе там еды. Мне хоть сколько-то нужно еды. В общем, ладно. На этом бомбить мы с тобой заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем удачи, всем до скорых встреч и всем пока.